поселке Пионерское, который расположен под Мариуполем на берегу Азовского моря, местные жители 22 сентября провели митинг. У бывшего пансионата Азови несколько десятков человек собрались на стихийную акцию после того, как военные перестали пускать их к морю на данном участке и подогнали автомобиль с табличками «Мины». Как рассказала одна из участниц митинга, украинские военные планируют заминировать побережье, а местные жители выступают против такого решения. При первой же весне, когда идет лед 30 сантиметров, мы знаем, что уносит все. Дороги, мосты и дома даже. Вот эти все мины будут у нас на берегу. Вот в чем дело. И мы переживаем, что их собирать никто не будет. Как всегда, денег нету. А вот, вот, внук, пожалуйста. Уследишь? К месту проведения акции также приехали депутаты Мариупольского городского совета, наблюдатели миссии ОБСЕ, а также представители местной администрации. К протестующим обратился командир группы гражданского военного сотрудничества Мариуполь Юрий Максимов, который заявил, что все работы, которые здесь проводятся, направлены на обеспечение обороны прибрежной территории города Мариуполя. Однако в ответ представитель силовых ведомств услышал множество возражений и негодования из толпы протестующих. Как сообщает мариупольский телеканал «Сигма», вопрос минирования прибрежной территории остается открытым.